дороге бывает всякое. У нас уже за одну неделю второе колесо. Хейтеры? Совпадение? Непонятно. Да нет, это у нас... Это у нас нормально. Живем же. Кстати, не боковой порез. Да. Это все. Боковой порез, он этот... Просто. Ну, он не глубокий. Не нарезали. Нет, куда заехали, говоришь? Понятно. А может кто-то зарезал? А? Пробки. Остановились. Мы... Не сами нас остановили, господа полицейские. Вот уже полчаса стоим, не знаю, что там произошло, что не так, вроде бы все в порядке. На концерт опаздываем. Вторая машина Депсов подъехала уже. Что-то они там задумали, короче. Сейчас вот Разик придет, расскажет, что там произошло. Да, администрационная кошелька, которая на судах у вас есть. Серьезно, процесс идет. Три в одном. Все успевает сделать. Ничего не успевает, поэтому одновременно с этим. Все, это? Да, 415. Ну, пока так вышли, что потом. Все. Надо... Подкрепиться. Надо подкрепиться, надо подкрепиться. Выступление перед драконом сбора. Налево, направо только не дергай голову. Синюю землю, дай мне пасть на.
Потому что дус, 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 каем фирдус, дус, дус, дус. Добрый мензелинский вечер. У меня супер это. Дорогу. Супер утро, кисик, извините. Взяем любой такой. Да, вот эти. Наши руки всем нашей мечте и моим таким большим близким друзьям. Это Зои Гордеевой, Наиля Галимовой, с которой я близко-близко общаюсь, Рушания Фархуддинова, Марика Мариночка Манукян, Барни Эргашова, Гузель Галямова из Москвы, потом это Гафура Кылыстыбаева, Башкирка это у нас, Башкирка, да? Так, потом, значит, еще этот, ой, Дамирчик Мухамбетов из Астрахани. Очень сказал, в общем, приезжайте к нам в Астрахани, ждут вас там, ждут в Тамбове. Так что, пожалуйста, езжайте, везде вас ждут. Концерт вообще отличный, это слов даже нет. Вот на одном дыхании прошло, это вообще, это просто, это весь зал завораживался, все танцевали, все прям это, ну просто чудо. Дай Бог всем здоровья, дай Бог всем здоровья, спасибо. Дай Бог еще видеть, дай Бог. Сам главное здоровья всем, дай Бог. Спасибо. Молодцы, все молодцы, прям спасибо чудо. Спасибо нашей дружной команде, группе. У нас уже все больше и больше, с каждым днем все больше. И я хочу сказать спасибо всем, что мы вместе. Даже вот на расстоянии, да, вы как будто да. родные. Да, да, да. Прям, да как да, будто да, давно да, дружите. Да. И независимо от возраста. Вот да, это да, меня да, очень, да. очень радует. Да, 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 вроде да. там и молодые там должны общаться с молодыми, а тут нет, молодые со взрослыми. И это очень приятно. Спасибо. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы всем. Да, спасибо всем. Дай Бог здоровья. Рахмат. Вот я вас познакомил с мамой. Спасибо. Не ругайте, не бежать, ладно? Да, кому ругать? Гости, дайте в гости. Мама, ругаться в гости. Не умеет. Да, ладно. Молодцы, так и надо. Дай Бог здоровья. Дай меня здоровья. Тоже привет всем. Всем. Дай научила песенки спевать ты про квитучу надию свою. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір
стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька, твою ласку я чую, рідненька. Дальше про маму на Румунському. Імпровіз. Мейку цена, нічерні леча в ніс, ніч там не леча в плиз, ну та по-турським ба. Мейку цена, нічел май маре вид, ну паде з пульвера. І кана та дінгин. І все. Нічі халяри. Медицинера там. Медицинера там. Келдіге зіме. Яра, яра. Бүгін бұлама фотосессия бұлама бүгін? Була. Бұлама? Фотосессия бұл? В общем-то, короле, ради. Сен извини мені. Менің Махаммад олым қайтты бе. Өзбекистаннан. Чего? Оперативно. Быстро, оперативно, шустро. Мама, здравствуйте. Здравствуйте. Что делаем? Чай будем пить сейчас. Чай с молоком. Хотите чай пить? Чай. Я вообще люблю перед концертом пить теплый, горячий чай с молоком. Горячий с молоком. Сызым будущий врач у вас. Да? Да. Лечащий врач. Да, вот это вообще. Мин Петрадика, будущий лечащий врач, мне кажется, надо. Иди, встань, встань. Как хочешь. Не сек ты лисил, сина надо чагарать. Хорошо, хорошо. Минам килим бит бы. Мина хора, мина хора. А вы замыши, синим шунди бахатли. Бахана. Син Эльвин Грина узи блен. Өзбекистаннан қайтқаш бірінші тапқан. Құшақ қосыңыз, ұлтан. Құшақ, құшақ, құшақ басыңыз. Ана шығады, бұла. Өзбекистанды пұш видит. Өзбекистанға сәлем. Да. Кстати, айда, бізің кейін тоже сенің бірінді. Потом тоже мінәлер. Мінәлер бейт мінәлер. Матурларым, сізге... Успешной работы. Вы сумма нам там умляетесь. Еще раз давай. Он обрадовался. Как обрадовался. Рахмат. Кстати, в Узбекистан мы тоже мечтаем. О, привет. Ну, мечтаем, планируем, мечты сбываются. Так что будем работать. Ладно. Рахмат, давай. Идите, идите. Я хочу кушать просто. Я уже готов. Друзья. На гастролях никакой диеты, потому что это невозможно. Друзья, извините, я буду кушать и рассказывать. Рахим Апай, автор песни «Атай». Ирандик Тапшурун Неге. Албаруса. Ирандик Тапшурун Албарус Бастутса. Татарстанда Бастутса. Татарстанда Бреугнеу. Единственный. И татарлан башқұрттың дұстылығын нығытылсы. Рахым апай, бағады сауы ауылда ешей. Хәм мұрсида. Хәм ижат етә. Хәм ижат етә. Опшен, бүдің үлесей. Әйде. Күліп, ебәрі өлесей. Иней. Иней. Маман. Башқұрт тілі мұңылат едә. Башқұрт тілі мұңылат едә. Башқұрт тілі ұл өзі бір ер едә. Юмышат едә. Мұна енді шулайтып әйткәс, мен қуанамда бұна бір әттірәйті әйкісі ұлғанды. Көл қуанамда екен, бұл оттыралы әттірәйті әй, тағында екер кіреп түсіп бейі екен. Мен де шулай. Мені бақтыған әйім, тағында екеремін. Тағында басқұрса елейім, тағында тұйларға, қойда қолаққа барам басқұрса елетілер. Мұна шулайтып еші мұдағынды татарлар арасында бір түрттік кіне Олар үдәріне бір түрлі бит. Олар үдәріне бір түрлілер. Олардың битләрі бір түрлі. Ғафурилар үдәріне бір түрлі. Құларсында бір түрлі мұна мені бар. Күліп бөлі тұрлар. Әміна қолы де әлі ғайда көрініп тұрғаны тошына әйтәкен. Таяц. Тошына. Где район? Әбиәли. Әбиәлилер районы. Әбиәлилер әр вақыт бір түрлі.
Я из Таиланда. Я не знаю, куда бы ты. Ну, привезли же мы его 4 года назад. А это наша знакомая. Это у нас Саша, Саша из Башкирии. Там дырка, там... Штаны-то ладно, штаны модные, я знаю, что дырка. А вот я кофту, я вообще первый раз вижу, что дырка. Главное, бы ты не... Может. Да? Тимур, зачитай за нефть. Я родился с детства самым богатым человеком, только не могу богатство и потрогать, и потротить. Ведь нефть принадлежит Татнефть, Башнефть, Газпром, Лукойл, Роснефть, а меня нет. Как вот так вот жить? Скажи мне, отец, ты мне сказал идти на работу, а там стресс. Зарплата 30 тысяч, перспектив никаких, только водку пить, курить, бухать, как так жить? И поэтому я решил поменяться, я купил большую дверь. Начал нефть качать сам себе. Вот накачал, накачал. И теперь я зажил. С татарами подружился. Начали вместе нефть качать. Каждый новый день залы, клубы качать. И все хорошо, но есть нефть и газ, а денег нет. Есть золото, алмазы, много всего вокруг. Денег много, а денег нет. Есть Татнефть, и есть Башнефть, и есть Татнефть. Лукойл, Лукойл, может быть, Лукойл, ты поделишься и дашь мне денег на концерт, чтобы я смог снять новый клипец, записать новый трек, познакомиться с Кизлар и увести их, чтобы они сделали утром мне омлет. Но киімдер енді бік хош келе көңілге. Аннары соң мына бұл азырытлары, сәхне безәліші, заманша. Хәтті 70 яшлік әбелер дәрі. Өн қарап мен сейіндім. Вообще супер болды концерт, супер. Отлично. Отлично. Ой, әлмәжеге де сен өтірдің мені. Я помню, Нижнекамске дәрі часы. И вот вторые мои часы. Богатых садов. И, кстати, вот подушку. Тимати нравится, да? Я Тимати. Вот так вот, знаешь, повез на рекламу Тимати, да? Тимати, жди, я на тебя сделаю обзорчик. Ты тоже попадешь в тот каток. Хоть я и тебя люблю, конечно, но все же. Нет, не люблю. Надевай вот шарф. Знаете, мы
говорят, тупая привычка. Реально тупая. Одеваю шарф тогда, когда только заболею. А можно одевать всегда, чтобы не заболеть. Да. А я не знаю, вот такой. Короче, давайте еще раз читаем. Ладно, Тимати, твоя взяла. В общем, написали стихи. Dünyada senin güzel güldün yana soplana duyamadım bir saftaklarına tikimdi üzüp seni mine nurlap gitti tik seni ay tikimdi üzüp seni mine nurlap gitti esinle oji çıkınca değdi tarak. Başkalar özgün şu seni, eh onca diye eşlik günü. Seni yoğalttım, matur şeşegim, roza şeşegim. Başkalar özgün düştüğünü, başkalar özgün şu seni, eh onca diye eşlik günü. Seni yoğalttım, matur şeşegim, roza şeşegim. Seni yoğalttım, matur şeşegim, roza şeşegim. Мотор. Давайте сыграть. Куплет, да? Ну, зачем сразу? Жанаем, я кузима кара шашеп мила. Жанаем, синкун или мы пик якон мила. Жанаем, мы курахтам шел я на пкиюден. Курахтам шашеп сиюден. Başkalar izgen şul sinne, eh unciri yaşlık günü. Sini yuğalttım, matur şeşegim, roza şeşegim. Yuğalttım sinne, matur şeşegim, roza şeşegim. Ну, короче, что скажете? Тут получается припев намного лучше. Припев лучше, беренсе куплеты на гайбе. В общем, конкретно висетерген. Мандашка? Первый стихтен. Первый стихтен. Жанаем тебе. Первый стих там куплеты красивые. А, припев отсюда был очень хороший. Знаете, короче, был я в Индии, когда был в Гоа. На хороший? Да. Я захотел покушать, короче, к одному чуваку. У нее была такая кафешка. Они работали нелегально, но было очень вкусно. И вот, ну, мы с ним в WhatsApp иногда переписываемся. И вот он мне сегодня прислал сообщение. Точнее, прислал фотографию, смотрите. И вот, родился новый ребенок. Жена, лицо какое-то не особо довольное. Я уверен, что она счастлива, это возможно просто это. Ну, она как бы просто... А, это скорее всего, это его сестра, потому что жена по-любому сейчас лежит и не может встать. Ну, суть не в этом. Суть в другом, что вот такое послание. Это она говорит, что мы тебя вспоминаем, как хорошо было, что ты к нам каждый день заходил, покупал у нас масала чай, потом заходил, брал масала досу, еще брал, и мы тебя ждем еще. Она говорит, как ты слышишь, у нас тут еще идут дожди, сезон дождей уже почти окончился, но еще они чуть-чуть идут, скоро уже закончится, в ноябре ждем тебя, говорит, приезжай на полгода. Мы, говорит, открыли компанию, зарегистрировались, и раз никто гонять не будет, все легально, можно приходить кушать, и все нормально. Ну, короче, говорит, все, они хорошо, все раз. Ну, я со связью послал сообщение. От души, брат, вообще за тебя очень рад. Красивый, чистый, супер год, брат. Супер вообще, молодец. Еще раз, еще пять, да. Five, children. Короче, я думал, что поймет. Нормальный взгляд. В каждом ДК есть у нас любимые, любимые люди. Привет-привет-привет. Просто такое чувство, как будто мы с ними давно знакомы. Поэтому спасибо, что по-родному, что по-дружески. Друзья, новая песня пишется про семью, про будущую семью. Как бывает. И не привык очень рано вставать, как люблю я кровать, так хотели поспать, я не привык
но малыш проснулся опять. И не привык, снова ночью без сна, на работу с утра. И не выспался я не привык, но малыш уже хочет играть. Но наш малыш не даст нам поспать, проснется в ночи и заплачет опять. Ругаемся мы, кому еще вставать? Хорошо я, только не надо ворчать. Я не привык, когда ты нет. Ну, я просто сейчас... Ну, извините, пожалуйста, мои девчонки, я очень хотят с вами... Ладно, перебили, ну ладно, другой раз пою. Иначе я не могу заставить их работать. Извините. Ты сильно Чиз. Все? Все. Все, спасибо. Спасибо большое. А вы там занимаетесь? Спокойно. Да, я трогал. А, я трогал. Ученики, мы столько ждали, чтобы вы нам смотрели. Передать. Нажимаешь просто. Вы была мама сыщина мала, Ивера. Она же тоже хочет маленькая. Они. Маленькая тоже хочет маленькая. Она стесняется же маленькая. Айдар бас, сын. Ну, кишкина тоже хочет, она стесняется ли она? И еще она. Еще же она идет. Как это? Нам что ли? Пять будет деньги. Это коза Мадакара. Ой, рахмет. Спасибо. Давай. Ты, наверное, помнишь все время с мадахами. Правда, был хороший лапочка. Я еще помню. А эту вкусняшку попробуйте все, хорошо? Все. Пожалуйста, все, миссис. Ух ты. Вкусняшка. Мы всегда сыты. И один кубик. Давай, давай. Главное, может, поставить. Нет, да. Хотели на сына, дочка не вытерпела. Да? Следующее видео будет о том, как я съел все. Ух ты, орешки там. Пацаны, давай налетай. Покушаем. Алёша, ты где? Что-то он молчит. Алло, слышишь? Гараж. Где музыка? Поехали, давай. У него сегодня день рождения, ей 22 года. Поэтому поздравляем день рождения. Так, сейчас полетит на сцену. Давай. И просто так кайфово. Во-первых, друзья, это впервые в нашем проекте. Мы в одном городе за один сезон ставим 11-й концерт. И это в городе прошел 11-й концерт в городе Арск. Также, друзья, я не мог себе представить, что в одном городе можно ставить 11 концертов за один год. Вот это мой первый опыт. Мы вообще за второй сезон мы также в одном городе ставили по 6, по 7 концертов. Но чтобы 11 концертов, это для меня вот что-то новое. И даже не знаю, как подобрать слова. Я благодарен всем зрителям, которые приходят к нам на концерт. Они уже домой пошли. И спасибо, что... Тут, понимаете, тут не только вот молодежь приходит. Тут
молодые приходят с родителями, с бабушками, правнучки там, дедушки тут. На самом деле на концерты приходят с семьей. Это очень радует. Вот, например, целый ряд может занимать одна семья. Там папа, мама, дедушка, бабушка, сын, еще правнуки. В общем, и все это видишь со сцены, как семья просто отрывается, приходит отдыхать. Это очень приятно и классно. Вот я думаю, поэтому и так получается, что 11 концертов в одном городе, друзья. И это классно, это круто. Я благодарен каждому из вас. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что мы на одной волне. Спасибо, что мы вместе. Я просто рад. Миллион раз рахмат, хурматли достар. Мин хеда асын гүлден яратам. Давай. Он туга да, 20 ха, 21. Мам, аңлана, аңлана. Сәлемов! Ай. Тоже ненавижу все. Фух, все, хорошо, успокоились? Это очень хорошо. Кажи группа. Сәлем Өфі, сәлем яқташтар! 19-ы, 20-ы, 21-ы декабр. Күтіп қалам әзді, яштар. Маға, еші ұрыс. Сәлем Өфі, сәлем яқташтар, сәлем туғандар! Мен Radical Reaction Элвин Грей. 19-ы, 20-ы, 21-ы декабр. Яштар мәдәният арайында күтіп қалам әзді, достар. Көңілі тіріп, ұялай тіп алар бір. Күтем, достар. Болды! Болды! Свободен. 50-й дубль. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Находимся в городе Балтаси. В данный момент Радик поет песни, может быть, устраивал какие-то баррикады. Здесь очень зажигательная публика. Сколько? Мы знаем, узнали это. Да, и вот не такие меры. Немножко. Прям напомнил. На таран брать. Мне никак с этим шторм надо открывать детскую музыкальную школу. Потому что... Не пошла. Сындырма қонатты, на юға.